На 15-м километре ЕКАДа на встречной полосе неожиданно друг для друга повстречались две иномарки одной породы «Рено». Пилот Логана, 47-летний магнитогорец, из-за снежных накатов на дороге не справился с управлением и в заносе на чужой полосе подставил правый бок под удар «Сандера», в котором семья из Новоуральска спешила на елку в Экспо. Но вместо Деда Мороза со Снегуркой 5-летняя пассажирка и 60-летняя женщина, вероятно, ее бабушка, в тот день были вынуждены общаться с врачами в разных клиниках. В Логане, который мчался от ЖБИ в сторону Березовского, пострадали трое пассажиров – 47-летняя дама и мужчины, 48 лет и 53. Судя по огромной вмятине в правом боку, именно на них и пришелся весь удар встречной иномарки. С тремя двойками в госномере. У Сандера после столкновения вместо носа сплошная рваная рана. По горькой иронии судьбы, магнитогорец, предполагаемый виновник ДТП, получил водительские права в тот же год, когда на свет появился пилот Сандера. По словам 27-летнего водителя черного авто, Логан неожиданно для него оказался на его полосе. И затормозить он просто не успел. К счастью, отец позаботился о дочурке. Девочка сидела на заднем сидении в бустере, и потому все обошлось лишь небольшими синяками и ссадинами и большим эмоциональным потрясением. Оба водителя были трезвы, как стеклышко. Но коварная дорога не позволяла ни тому, ни другому особо лихачить с учетом зимней скользкости и снежных накатов.